billionaire. Он может говорить, если у вас есть место вот такое вот, вы купили такое место и сдаете под вот эти домики, под моторхомы, вы станете миллионером. Мы сегодня узнавали, каждое место вот рента стоит $1200 в месяц. Ну, соответственно, в день это $40. Вы подключаете домик к канализации, ко всему прочему, к воде. You probably can pull in here and go to the restroom. Okay. But make sure it's a restroom. Yeah, it's a restroom. Okay. Можно арендовать эту кабинку под рент. Вообще красиво. Сейчас мы пойдем туда, все спросим. Well, you go and I'll come. I'll go after you. Okay. А где же информация по этому? А вот я здесь, наверное, найду сейчас информацию. Реструм — это туалет. А где же информация так взять? Сейчас я пойду посмотрю. Use front door. Сейчас я пойду посмотрю и узнаю. Ага, вот он, front door. Сколько это стоит? Вот он. Camp office. Camp store. Открыто с 8 до 9, до 9 вечера. Вот. Я возьму пару штук. С тем, чтобы вот тут вся информация. Вот она. Сколько это стоит. Вот. С воскресенья по $150. Итак, вот оно все. Вся информация здесь есть. А тут магазинчик. Даже есть магазинчик. Все для... Hello. Ага, магазинчик, если вы проголодались, купите. Hello, how are you? Good, how are you? I'm good. I would like to ask how much should I pay if I put just my tent here? Do you know? It's $55 a night. $55 for tent? Uh-huh. My own tent. Uh-huh. Okay, what about the car? My home, nobody has. The car, if I put just, I mean motorhome. Motorhome's $130 on the oceanfront a night on weekends, $110 during the week. It's here. Yeah, it's all inside there. Okay, thank you. Uh-huh. Thank you very much. You're welcome. Beautiful place. Thank you. Так, кофемашин можно сами, ну, так, по всей видимости, здесь это все сюда входит в стоимость. Попить кофе. Так, здесь у нас что? Здесь у нас все аттракционы, которые находятся рядом. Это вот все можно взять. Тут даже Busch Garden есть, тут есть и орландовские и так далее. Ладно, идем дальше. Флаглер. Дороговастенько, $55 надо заплатить за то, что если вы захотите остановиться, поставить только палатку. То есть только палатка, за ночь это будет стоить $55. Гораздо проще купить гостиницу, потому что это дорого для палатки. Тут есть гостиница с выходом вот так на пляж. Это будет гораздо проще. Ну вот и все. Пошла я, проверю санитарное состояние, бат-хаус. И тут есть обязательно душ. Вот лаундри-мат. Тут есть обязательно стирка. Наверное, вам надо будет заплатить какие-то денежки за то, чтобы постирать ваше белье там, либо ваши вещи. Ну все, вот и все. Очень оригинально, очень здорово. Но стоит, конечно, хорошо, недешево. И тем не менее, вот все заполнено. Правильно Дуглас сказал, что можно стать миллионером, имея вот такой кусочек, как бы... собственности возле пляжа и просто сдавать, вот ничего не делая, кусочек пляжа и сдавать, провести коммуникации, воду, канализацию и электричество. Все, пошли.